друзья, чем отличается русскоязычное население, у которого есть родина? У которого есть родина, флаг, от различных националистов, бендеровцев, различных наемников, которые уничтожали в течение 8 лет русскоязычное население. У русскоязычного населения есть такой лозунг. У наших дедов он был, у прадедов, которые шли и прошли не одну войну. Мы идем за родину. Мы идем за родину. Любой русскоязычный человек со всех республик, он идет за родину. А все эти остальные, с которыми сейчас идет противостояние, от которых идет зачистка русскоязычного населения, вот как раз эти нелюди, они идут с лозунгом «Слава Украине!». Это просто прикрытие типа «Слава Украине!». Что такое «Слава Украине!» и что такое «За Родину!»? Подумайте об этом.